Всем привет, с вами Крабаш74, и сегодня мы рассмотрим гребаное обновление 24.11.14.V1. То есть это предыдущее обновление, которое я обещал рассмотреть мультиплеер. Вот человек под прозвищем Просто Тэнк согласился со мной сыграть сегодня и протестировать эту байду, которую они там написали. Итак, давайте вот мы на равнинах, собственно, и поздоровайся, Семен. Кстати, просто Тэнк — это Семен. Да, вот, поздоровался. Отлично. Итак, начинаем. Так, в общем, что здесь у нас исправлено? Иногда лебедка не подключалась в мультиплеере. Я помню, что иногда она не подключалась, и это было связано в основном с водой. То есть в воде, если машина там заглохла, то ее вообще невозможно было вытащить никаким образом. Так, сейчас отъедем. Вот. Далее. Чат в мультиплеере не работал. Ну, чат мы сейчас проверим. То есть, чат, в принципе, работает. Вот. Семен написал нам. Все отлично, чат работает. Они написали, что исправлено, что он не работал. Я не видел, чтобы он не работал. Он всю дорогу работал. Радиус обнаружения автомобиля увеличен. Строчка дифференциала. Но это понятно, что они заблокировали. В новом они опять разблокировали. Мы исправляем то, что исправляли в прошлый раз. Так. В режиме аркада блокировка дифференциала всегда включена. В режиме аркада отключено получение урона при движении. А, ну да. Урон не получаем. Уведомление об отцеплении лебедки в мультиплеере. Так, лебедку. Семен, кидай лебедку. Кстати, у тебя что-то машина дрыгнулась. Так, лебедку подцепляем. И что? Вот она, мне кажется, как она резиновая была, эта лебедка, так она и осталась, такой же резиновой. Подожди, остановись. Вот она провисшая. Ну вот по поводу, видимо, вот этого провисания лебедки, они писали то, что они исправляли. Так, Семен, отцепи, пожалуйста, лебедку, посмотрим. О, да. На английском языке написано, что лебедка отцеплена. Ха-ха-ха, замечательно. Так. Более плавная анимация грузовиков, других игроков. Ну, все знают сейчас в России английский. Это практически наш второй язык, на котором мы разговариваем свободно, пишем, переписываемся, читаем. То есть это вполне нормально для россиянина. Более плавная анимация грузовиков других игроков в мультиплеере. Так, отображение пинга в процессе игры. Да, вот у Семена показывает 115 пинг. Семен, ты сам откуда? Напиши, пожалуйста, откуда ты у нас. Я вот нахожусь на Урале в Челябинской области. В Архангельске. Ну, я думаю, что для Архангельска... В принципе, пинг нормальный. 130, 100... Ну, да, 103, 130, прыгает 117. Так. У тебя 103. Ну, да, вот у нас одинаковый получается пинг. Я не понимаю, если они сейчас написали, собственно, разработчик написал, что пинг у нас... Отображение пинга в процессе игры. То есть, а раньше что отображалось? Случайный набор цифр, что ли? Извращение какое-то, действительно. Видимо, раньше случайный набор цифр был. То есть там и до полутысячи доходило. Это бредовая, конечно, затея. Вот, анимация увеличена, но... Ландшафт не деформируется по-прежнему. Но я стал видеть, что машина у соперника грязная. Не у соперника, точнее. У моего... так сказать, напарника.
с которым мы играем. То есть она у него в грязи. Так, что здесь еще можно проверить? Уведомление об отцеплении лебедки проверили. Более плавная анимация. Да, ну колеса, по-моему, они и раньше крутились. Я вот по поводу всех этих обновлений, вообще, если честно, я в шоке. То есть они, в принципе, ничего не исправляют. Они исправляют то, что сделали в прошлый раз, добавили. И в этот раз они просто берут и убирают то, что они добавили в прошлый раз. Брехня полная. Но я говорю, то есть в разделе плюс 18 я сегодня постараюсь записать все-таки видео. Какие-то фризы появляются. Вот. Блин. Кто-то мне звонит вечно не вовремя. Итак, друзья, с вами был Карабаш 74. В принципе, мы все проверили, то, что могли проверить. Семен, погоди секундочку. И смотреть тут больно не на что. То есть они, собственно, добавляют и всякую лабуду, которая не нужна. Потом они эту лабуду в следующем обновлении убирают, потому что она не нужна была в предыдущем обновлении. Ну, в общем, вот такой вот хероборой они занимаются. А с вами был Карабаш 74 и Семен, который мне помог. Огромное спасибо Семену. Мы посмотрели на вкратце на эту дребедень. Дальше мы посмотрим чуть-чуть поточнее, рассмотрим это все. Я думаю, что это будет с небольшим сарказмом, юмором и, конечно же, матом откровенным. Потому что, ну все, мне это уже достало. Да и всем, мне кажется, надоело все это. Итак, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. ВК подписывайтесь на паблик. Да, до новых встреч. Пока-пока.